Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам, как построить простейшую винтовую лестницу. Первым делом разметка. У нас имеется две точки, первый этаж и второй. Высота перекладин 8 юнитов. Такой же высотой будут и ступени будущей лестницы. Высота между этажами 128. Начинаем. Чертим прямоугольник в 512 юнитов. Это нужно для того, чтобы ступени на выходе были не треугольными, а более-менее квадратными. А высота браша, внимание, 8 юнитов. Таковой будет высота каждой ступени. Выбираем примитив арка и жмем Enter. Появляется окошко. Ширина 128, количество ступеней. В нашем случае 16, градус наклона 90, стартовый угол 180 градусов. И последнее расстояние по высоте между каждой ступенью 8 юнитов, ибо каждая ступень именно такая. Enter и вот. Появилась наша лестница. Масштабируем ее под нужный размер. А вот и все. Не забываем превращать ступени в фанк-детейл. Удачи, тамадачи.